Лендо Стар продолжает самореакция на ваши заявки. Заказали мне Биг Султана с казахстанского голоса. Кениш Калиев, Биг Султан. Как обычно, мне там наговорят в комментариях, что ничего не заблокируется, нормально, давай, снимай. Мне уже две или три реакции с казахстанского голоса просто заблокировали во всем мире. Пришлось выкладывать их ВКонтакте, собственно. Вот, Венера и... Уварову, да, вот. Поэтому где-то там по ссылочке в шапке профиля или как это называется в шапке моего канала, вы можете перейти на мою группу ВКонтакте и, собственно, посмотреть там в закрытом доступе. Так вот, казахстанский голос. Я не буду просматривать сначала до конца, не буду тысячу раз резать, нарезать и так далее, потому что мне больше заняться нечем, чем нарезать, сидеть. Извините меня, у меня тоже есть работа, и это не основной мой вид деятельности. Ладно бы, если ничем не занималась бы, кроме того, короче, слишком много болтаю, но я разъясню. Если бы я ничем, кроме реакции, не занималась бы своей жизни, тогда, возможно, я бы сидела и монтировала, и обрезала, и меняла там, не знаю, как это называется, диапазон, чтобы там, может быть, не блокировали. Ну, в общем, неважно. Я начинаю смотреть с минуты или с двух минут почти, когда он начинает уже исполнять. Песня называется «Жарга Жигу». Раз, два, три. Я не знаю, правда, с как... I have nothing, песня называется. Все. Это иностранная песня. Tell my life, take me for a ride. Я из басы, кішкене, нәзік бастады. Как обычно, я не дочитываю до конца, просто... Это иностранная песня, не казахская. I don't really need to look very much farther. I don't wanna have to go, but you don't follow. I can hold on black again. This passion inside can grow from myself. This whole world. Don't make me close one of my doors. На этом я закончу. Я буду обрезать, потому что. Да, все уже знают, почему я обрезаю. И не надо спрашивать в комментариях, почему ты не смотришь все видео. Да, блин, потому что. Я уже тысячу раз говорила, что меня блокируют такие видео. Блокируют. Ничего я не могу с этим поделать. Да, вот, потому что авторское право, товарищи мои, никто не отменял. Никаких денег я не гребу лопатой с этих видосов. Когда же вы уже это поймете, блин. Вот. Все. И даже если я буду обрезать, я не хочу сидеть монтировать это 25 лет. Все. Конец приложения. Еще как-то мне высказали в комментариях, что я не знаю какую-то там песню, которую исполнял какой-то там исполнитель. Ну, какой-то там исполнитель, понятно какой, я не буду называть его имени, чтобы все не бежали под ту видео. Да, я такой человек, который не знает всех песен в мире. Вы не поверите, да, в мире великое множество песен. И есть песни, может быть, две или три, которых я не знаю. Две или три тысячи примерно, или может быть, два или три миллиона, потому что песен
много. Я одна, я не могу знать всех песен в мире, в принципе. Даже если это супер известная песня для кого-то, для меня она может вообще быть. Что? Никогда не слышала. Да. Вот. Поэтому не надо мне осуждать за то, что я не слышала какую-то там песню. Одну из этих песен, из миллиона песен, которые существуют. Действительно. А вы все песни слышали вообще на планете Земля? Я вам могу столько накидать песен, которых вы в жизни никогда не слышали. И не надо мне об этом говорить. Угу, все окей. В общем, договорились. Посмотрели мы Бирк Султана. Есть, остался еще один ролик, тоже с ним же. Но я сниму отдельно, потому что не знаю, как на это отреагирует, собственно, YouTube, заблокирует или нет. Вот. Поэтому сниму отдельно. Всем пока.